В день рождения Самары у памятника основателю города Григорию Засекину прошло торжественное возложение цветов. Отдать дань уважения первому воеводе пришли глава Самары Елена Лапушкина, депутаты Государственной губернской городской дум, главы внутригородских районов, а также почетные граждане Самары, участники СВО и неравнодушные жители. Мы с вами гордимся и помним достижения прошлых лет, но и упорно трудимся для того, чтобы настоящее и будущее было успешным и ярким. Друзья, я вас поздравляю с Днем города. Счастья, здоровья, мира и благополучия. Ну а нашему городу, конечно, процветание. С праздником! От полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова поздравительный адрес передал главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Огромные слова благодарности от полпреда и от себя хочу выразить ветеранам, которые своим доблестным трудом сделали наш город процветающим. Сегодня город Самара является промышленным, научным и культурным центром Приволжского федерального округа. Князь Засекин был одним из активных деятелей во времена правления Иоанна Грозного и Бориса Годунова. В 80-х годах 16 века он был направлен для прохождения службы на южные рубежи российского государства, к Дикому полю в Приволжье, где и проявился в полной мере военный и организаторский талант князя. А в 1586 году он основал крепость, которая и стала Самарой. Поэтому возложение цветов к его памятнику – такая важная традиция в День города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.